Как говорит Леонид Тугутов в своих лекциях, что женщины сейчас вынуждены быть сильными, иногда противными, да, капризными, метающимися, потерянными. Почему? Потому что мужская часть населения сейчас очень деградирована. Мужская часть населения сейчас инфантильны, хитры, хотят быть как женщины, вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так, там по мелкому. Нету этой широты, как раньше, благородства, открытой души, честности, праведности. Сейчас мужчины пытаются вести себя как вот крысы на корабле, понимаете? Поэтому и женщины, поведение женщины, запомните, как веды учат, полностью зависит от того, какого качества находится рядом женщина и мужчина. Если мужчина король, то женщина станет королевой. Но если мужчина обмельчал, там что-то прячет денежки втихаря, там что-то юлит, там изменяет за каждой юбочкой, там смотрит... Даже если вы уже посмотрели на женщину, вы уже ее вожделеете. Если даже вы внутри себя представляете, это уже измена. Поэтому что ж вы удивляетесь, если женщины какие-то не такие, чего-то вам не хотят давать или что-то в этом роде. Или не хотят готовить. Вы знаете, если мужчина рядом правильный, мудрый, для такого мужчины женщина сделает все. А женщины, когда рядом с ними мудрый мужчина, знающий, как нужно жить эту жизнь, в какой гармонии с Богом нужно жить, для такого мужчины эта женщина будет делать абсолютно все. И готовить, и стирать. Только она будет делать это с любовью. Она, у нее не будет такого, надо снова сейчас готовить, стирать, убирать. Она будет, да, приготовлю, что тебе приготовить? То есть это будет совершенно другая женщина. Потому что это в природе у женщин заложено. Заботиться. Но только когда мужчина обмельчал нынче, изменяет на каждом шагу, смотрит на других женщин или мечтает о них в фильмах, вот там вот смотрит фильмы и мечтает молча. Обленился, жиром оброс. Да, конечно, женщина становится стервой. Бич. Если ты хочешь узнать о том, как нужно жить праведно, в гармонии с Богом, в гармонии с природой, я предлагаю тебе полный курс по оздоровлению души и тела. Души и тела. Без души, оздоровления души, никакое тело никогда не исцелится. Поэтому приглашаю тебя в свой телеграм-канал, где я сейчас опубликовала наконец-то свой курс на 4 недели, и ты сможешь его приобрести, помимо той тонны информации, которая тебе хватит на год минимум изучать. Приходи, где ты, там ты найдешь истинные знания. Ссылка в шапке моего профиля.